Дорогие друзья, я вас всех приветствую на своем канале, рад снова вас всех видеть. Сегодня хотел с вами вам показать такое небольшое видео. Полтора месяца назад мы открыли свой новый сервис, и сейчас я хотел вам показать, как у нас здесь идут дела, как мы здесь обустроились, и рассказать вам о том, что мы открыли небольшой складик запчастей. Это только начало. Теперь у нас в наличии любые запчасти, любой тюнинг, любое доп. Оборудование, будь то рули, фары, выносы, шнуркеля, ремни, вообще все, что нужно. Комплекты для переделки мотора, то есть ЦПГ с 650 на 800, коленвалы, прокладки, шестеренки, все что угодно теперь у нас есть в наличии. Теперь вам не надо ждать, то есть приезжайте сразу, любой тюнинг, все в наличии. Сейчас хотел вам просто показать, какая у нас тут обстановочка, какие квадрики. И потом вам полностью покажу все наше оборудование. Давайте пройдем, посмотрим, что у нас на сегодня. Сегодня у нас понедельник. В понедельник это такой день, когда к нам прибывает большое количество квадроциклов. И к пятнице мы потихоньку начинаем раздавать людям технику. Так что сегодня вот понедельник, утро, начинают поступать квадроциклы. В основном, как вы помните, у нас одни гепарды, 90%. Но есть же так у нас техника BRP, RM привозит, CF. Но 90%, как вы видите, все равно это стелс-гепард. Вот у нас пришел, например, квадроцикл, участвовал в соревновании. Сейчас работает мотор неровно, не работает усилитель. Просто надо провести диагностику. Сейчас все запустим, уже все разобрали, сделали диагностику. Оказывается, катушка зажигания. Одна вышла из строя, сгорел предохранитель усилителя. Проверим все масла на предмет эмульсии в редукторах и прочее. Дальше пойдемте посмотрим у нас. Вот здесь вот человек, странная ситуация. Квадроцикл особо в грязи не используется. Там это, стуканул мотор. Металлический звук, стук. Будем разбираться. Если что, переберем и сделаем капремонт двигателя. Все запчасти в наличии. Здесь у нас постоянный клиент Денис. Ему тут небольшие доработки мы тоже сделаем. Там у нас гепард сейчас будет в работе. Корпус редуктора у него, например, треснул. Также ставим шнуркеля. Ставим ему еще. Надо посмотреть по списку. В общем, у него основное это шнуркеля и корпус редуктора надо починить. Ставим шестерню масляного насоса. Делаем полное ТО. И также у нас здесь в закутке тоже небольшая зона. Здесь у нас, вот смотрите, тоже это два друга, что черный вот этот гепард и вот этот. Здесь мы установили шнуркеля, заменили шестерню масляного насоса, поставили амортизаторы плаза, врезали масленки, полностью все доработали как надо, по желанию клиента. Вот. Там это наши квадроциклы стоят, BRP у нас на переборке редукторы был. Поставили усиленный редуктор от XMR 1000. И сейчас я вам давайте вкратце расскажу и покажу, какой небольшой склад запчастей мы собрали для вас, чтобы всегда держать наличие. Это небольшая часть, покажу вас, не буду сильно грузить, того, что у нас есть наличие, и вы можете у нас установить в сервисе. Поехали. Итак, друзья, за несколько подходов сейчас буду вам показывать, какие запчасти у нас есть, какой тюнинг. Постараюсь вам немножко вот так показать. И это, конечно, не все, но вот так подготовил немножко стол наш рабочий. Беспорядок, не обращайте внимания, у нас мотор перебирается. Вот, значит, что у нас всегда в наличии? Поехали. Ремни вариатора разных производителей, разных ценовых категорий. Вот тут у нас сейчас два представлены. Например, OptiBelt, ремень, который ставился до 2021 года на квадроциклы. Есть ремни Ultimax тоже, это ремень Gates, тоже есть разных. Вот, например, этот ремень стоит порядка 7 тысяч рублей, Gates порядка 11 тысяч рублей, Ultimax там что-то среднее, точно сейчас не помню, около там 8 тоже тысяч рублей. Вот. Дальше, всегда в наличии комплекты шнуркелей, шнуркеля компании Trophy Pro, вот так они выглядят. Это установочный комплект. Еще не хватает здесь гофры, но просто не стал гофру сюда класть. Вот. Тут комплект термоусадка, все вот эти вот винтики, болтики, хомутики, все, стяжечки, все, полный комплект. Дальше. Всегда в наличии высокие, широкие рули, правильной формы, правильной высоты.
вот такие вот рули, не то что штатные, вот эти велосипедные, гепардовские, сразу всем меняем. Практически 95% гепардов, которые с нами катаются, наши клиенты, плюс сами наши собственные квадрики, все на этих рулях. Вот такие вот рычаги, принес я показать передние, вот эти передние рычаги и задние. Ну, по одному положил, тоже всегда в наличии. Они на сайлент блоках идут, то есть втулки вы уже забываете навсегда. Этот, нижние рычаги у вас уже не подвержены никаким втулкам, не подвержены износу, поставили и забыли. Плюс они имеют хорошую качественную покраску, есть разные цвета, желтые, черные. И под заказ можно любой цвет. Но всегда мы в наличии держим два цвета, желтый и черный. Самые распространенные, самые ходовые. Если надо, под заказ сделаем любой цвет. Высылайте номер цвета. Все, покрасим, сделаем. Вот. Дальше всегда в наличии светодиодные балки Аврора 100 Вт. Это самые ходовые балки. Мы их всегда ставим. Вот. 95% случаев пользуемся такими балками. Соотношение цена-качество, офигенный свет. Подогревы ручки курка пользуемся подогревами фирмы LTech. Очень хорошо греют. Я вам сейчас покажу, как они устроены тоже на квадроцикле. И вы поймете, почему они хорошие. Всегда в наличии медной колодки. BRP, Yamaha, Stealth. Вот, всегда есть. Всегда есть капролоны втулки в наличии. Практически на все квадроциклы. Ну, на гепард святое дело у нас всегда есть. Так, сейчас будем несколькими кадрами перескакивать. Еще следующий на стол выложу и покажу. А сейчас покажу насчет подогревов LTH. А, вот, на моем квадроцикле. Сейчас я вам покажу. Вот, мы пришли к моему квадроциклу. У меня стоит подогревы рук LTH. Смотрите, во-первых, мне нравится форма. Вот здесь они тоненькие, такие удобно лежат в руке. Самое... все, что у них фишка, это вот такое колечко в конце ручки, стопорное колечко, не знаю, как он называется, хомутик, которое фиксируется с помощью шестигранника, то есть вы одеваете, сажаете ручку вот так и затягиваете вот здесь шестигранничек, и все, и она намертво сидит. И гораздо лучше греет, чем косовская. Вот такой у него экранчик, терморегулятор. Гораздо лучше, нежели косовская, потому что косовские ручки надо сажать на клей, у них нет этого колечка. Это минус, потом клей отдирать и прочее, это неудобно. Вот, и плюс, по форме они, ну, по форме каждому своему, мне по форме эти больше нравятся. Но эти греют гораздо сильнее. Вот, и плюс у них все разъемы, которые там идут, подключаются между собой, они влагозащищенные. У коса нет влагозащиты. Так вот, почему мы используем подогрев LTH. Так, ну что, друзья, здесь у нас, я разложил немножко, что касается там всяких моторов. Смотрите. У нас всегда в наличии шестерни масляного насоса. Естественно, BRP оригинал. Сейчас, кстати, дефицит с ними очень большой, поэтому у нас все есть. Приезжайте, кому нужно поставить. Это оригинальные пружины от BRP XMR 1000. Всегда тоже в наличии. Всем клиентам ставим, когда делаем клочки. Ну и просто, чтобы убрать стук, корона. Сами знаете, что у нас на канал показано, что надо делать эту процедуру, сюда установку пружины. Всегда в наличии оригинальные форсунки для вот 800, когда переделаем мотор. К слову о моторе, вот всегда в наличии поршневые, цилиндропоршневые группы, ЦПГ в сборе. У нас поршень, кольца, цилиндры, все-все, прокладки, все, что необходимо для смены мотора 650 на 800. Также при утоплении, при капле монте двигателя всегда есть в наличии коленвалы. Вот. Без проблем можем сделать капремонт двигателя. В этом месяце только провели 3 капремонта двигателя уже. Вот. Дальше всегда в наличии очень хорошего качества дорогие прокладки под клапанной крышки. Очень хорошие алюминиевые клапанные крышки. Они бывают разные, и дешевые, и дорогие. У нас такие средние по цене. Хорошие клапанные крышки. Из хорошего алюминия. Вот. Прокладки. Вот эта прокладка, например, под левую крышку двигателя. Вот эта прокладка магнета. Все американское, как вы можете видеть вот здесь. Made in USA. Все заказываем с Америки, хорошего качества. Эта прокладка тоже того же производителя, тоже американская. Вот. Всегда в наличии масляные фильтра. Это вот я вам немножко показал, что касается вот этих вот запчастей.
Так, друзья, третий заход. Что у нас еще всегда? Всегда в наличии амортизаторы Plaza однотрубные. Про них уже у меня есть много роликов. Очень хорошие амортизаторы. Самые доступные по цене и лучшие по качеству. Сейчас в данный момент соотношение цена-качество. Амортизатор Plaza топ. У всех без исключения наших клиентов и у нас стоят такие амортизаторы. Я их всех вам рекомендую обязательно ставить, если вы хотите улучшить свою подвеску. Потому что вы реально ощутите разницу. Не пожалеете денег. Если вы хотите улучшить подвеску, это однозначно лучший выбор. Вот такие фары светодиодные с ангельскими глазками. Оранжево-желтого цвета есть наличие. Можно поставить вместо штатных. Если, например, протекли ваши фары в воде или сгорели, что-то сломалось там. Вынос радиатора Trophy Pro. Мы используем вот такой вот рисунок. Это сейчас здесь на столе полный установочный комплект. Здесь соединительные вот эти бочоночки такие, чтобы удлинить стандартные вот эти патрубки. Также дополнительные патрубки, боковые вот эти площадки, которые крепятся к багажной полке. И вот сам вынос. Вот эти вот панельки сменные. Можно потом выбрать любой дизайн, можно заменить. Но мы используем вот такой вот стандартный рисунок. Сейчас у нас держим в наличии, потому что это самый такой оптимальный. Он больше всего продувается. То есть, смотрите, сколько здесь сот. Он максимально открыт. Большой обдув идет, большой поток воздуха. И очень легко мыть. Опять же, промывать вот через эти соты очень хорошо промывается радиатор. Вот что касается выноса. Также обязательно в наличии карданные валы. Это оригинальный карданный вал нового образца. Есть задние, передние карданы в наличии. Вот. Сейчас буду еще один заход делать, что у нас есть. Ну что, друзья, вот финальный такой покажу вам. Еще чуть расскажу. Что касается вот такие вот у нас детальки еще. Втулки ведомого вариатора, например, на Stealth Gepard. Оригинальные шаровые опоры фирмы Trek для Stealth Gepard у нас вот. Всякие любые подшипники, это, например, подшипник обгонные муфты для Stealth Gepard тоже, шаески, вот такие вот соединительные патрубки вариатора, все любые сальники, любые подшипники, любые втулки, все есть в наличии. Теперь по маслам. Используем для своей работы только оригинальные масла для BRP. Вот, работаем с такими маслами. По желанию можем заливать любое масло, который вы скажете. Вы можете приводить свое масло. Можем заливать более там... Вы можете приверженец фирмы другое масло. А так мы работаем. У нас стандартный набор для своих клиентов. BRP – это масло XPS. Это вот масло XPS для редукторов, от коробки. Для гепардов, там, РМ, мы, например, льем масло при ТО 1040. Вот такой вот серия Off-Road. Вот. И вот такой вот 7590 ликвимоли для коробок и редукторов, трансмиссионное масло. Вот. Так что попытался вам немножко рассказать. Это всего лишь небольшой список запчастей, дополнительного оборудования, тюнинга, масел, расходников, то, что есть у нас в сервисе. Вот. Просто хотел вас ознакомить, чем мы пользуемся, что мы можем вам предложить на данный момент. Склад запчастей всегда пополняется, расширяется ассортимент, дополняется новыми позициями и ежедневно, можно сказать, пополняется, вот, расширяется. Так что, друзья, кому необходима установка доп. Оборудования, сделать ТО нужно, сделать качественный ремонт, заменить мотор, например, кто хочет поменять поршневую 650 на 800, приезжайте. У нас есть в наличии абсолютно все запчасти. Абсолютно вот все расходники, мы вам поможем и сделаем все качественно. Друзья, сейчас вам немножко хотел показать по инструменту, какой используем инструмент в работе. В работе мы используем топовый инструмент Milwaukee, американский инструмент, 2000 ньютон-метров на откручивание, все бесщеточные узлы, также шуруповерт Milwaukee, например, вот что-нибудь зачистить, там закрутить, вот. Также у нас имеется инструмент Ryobi. Он, конечно, подешевле, но все равно какие-то такие узлы
закрутить там подвеску тоже можно без проблем. А вот это уже инструмент очень мощный, он справляется с закисшими ступичными гайками, снять магнеты там с двигателя вообще без проблем. Когда вариатор не откручивается, вот можно большим моментом открутить. Также у нас пневмоинструмент, вот такой пистолет Нюрбинг, тоже продувка есть, компрессор у нас есть, весь специнструмент. Например, вот из специнструмента, это съемник внутренних подшипников. Когда разбираем редуктора, вот, например, в переднем редукторе нужно снять подшипник игольчатый, его тяжело достать, он снимается только съемником внутренних подшипников, вот такой, в форме обратного молотка. При сборке квадроцикла всегда используем динаметрический ключ, пользуемся динаметрическими ключами, все моменты соблюдаем по технической документации. Вот тут также у нас есть набор плашечек, метчиков. Прогоняем резьбу, если вот где-то что-то у нас там плохо заходит, прогоняем резьбу, все прочищаем, и только после этого мажем медной смазкой и уже дальше закручиваем все гайки, то есть все обрабатываем смазкой. Вот у нас есть высокотемпературные смазки, медные смазки, литиевые смазки, так что вот немножко по инструменту. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный видос. Пожалуйста, мы всех ждем в наш сервис, приезжайте, все контакты внизу под этим видео, Telegram, Instagram, WhatsApp, наши номера телефонов, Алексея, мой, все номера, звоните, мы вам проконсультируем, без проблем, привозите квадроцикл, если вы привозите делать ТО, полная диагностика квадроцикла идет бесплатно, мы проверяем всю подвеску полностью, втулки, шаровые, рулевые наконечники, тяги, все проверяем. Скрываем весь пластик боковой, проверяем наличие течи, чтобы нигде не было течи масляных крышек, натяжителей цепи и прочее. Все проверяем досконально и говорим вам, какие рекомендации. Дальше вы сами уже решаете, нужно ли устранить, не нужно, есть люфты, нет, насколько они критичны и прочее. Так что, друзья, запчасти есть, желание вашу технику качественно обслужить есть. Вы останетесь довольны. Приезжайте к нам в сервис. Мы вас всех ждем. Спасибо. До новых встреч.